еще один бросок. И тут блокируют уже все игроки «Адмирала». Ох, сложно им сейчас. Еще момент, и все-таки гол! Все-таки забивает эту шайбу «Локомотив», но заслужена она. И настолько мощно неудобная высота над щитком. Рушан Рафиков посылает эту шайбу. И для защитника «Локомотива» это уже седьмой гол в этом сезоне. Тут многие нападающие позавидуют такой результативности, что касается заброшенных шайб.